По его собственным словам, с баяном он практически родился. В Кремле у него состоится концерт. Играю на баяне, пою песни всю жизнь, как себя помню. Считает своим предназначением дарить людям хорошие душевные песни. Валерий Семин, российский баянист, аранжировщик, певец и композитор, был первым из народников, кто в начале 90-х годов придумал исполнять на русских народных инструментах классику мировой поп и рок-музыки.